Привет-привет, пирожочки, и привет, YouTube. Долго я не мог записать этот обзор, потому что было очень много интересных событий, которые происходили со мной. И даже сейчас я шел на этот обзор записывать и забыл от основной камеры флешку дома, потому что я рукожоп, пришлось записывать на телефон, потому что я уехал в большие-большие дальние горы, места, да, и возвращаться домой за флешки, ну, честно, не такое себе. Это такой будет быстрый обзор на мои трекинговые палочки, которые я взял специально для походов, для для горных забегов. Это Fizan. Поставляются они вот в таком вот чехле. Это итальянский бренд, на базе завода Китая сделаны. Вот, долго я выбирал палки, хотел взять, конечно, всеми любимые и разрекламированные Лейки, но стоят они как крыло от Боинга, поэтому я решил помониторить, посмотреть обзоры. На самом деле обзоров очень мало, поэтому смотрел и долго, месяц, наверное, выбирал, и решил взять их, потому что они меня устроили богатой комплектацией и, соответственно, ценой. Сейчас они стоят 40 тысяч тенге, это где-то около 80 долларов. Я их брал с хорошей скидкой, поэтому для меня они стали интересны, тем более с такой комплектацией. Поставляются они вот с такими вот а-ля Лейки перчатки, я не знаю, как они называются, которые одеваются на запястье, фиксируются, вот, и сюда встегиваются палки. Также они пробрендированы вот такой вот надписью Fizan резиновой. Не знаю, удобно это, неудобно. Здесь также идут Fizan, такие вот антискользящие надписи. Прикольно. И сверху идет сеточка, руки не потеют. Я бегал, я проверял, все проверено. Здесь идет у нас светоотражающая лента и маркировка M Left. То есть левая и эрка. Так вот выглядят сами палки. Палки офигенные, в стиле спорткаров Италии, да, Lamborghini, Ferrari. Вот, красно-черные, мне они нравятся. Отложим палочки, давайте еще посмотрим комплектацию. Так, вторые у нас, я не знаю, они темники, да, называют темники. Вот, здесь у нас идут для трекинга. Они также пробрендированный, но уже не про резиновой штукой такой. Я не знаю, почему так выделили эту штучку. Здесь резиновая, здесь нет. А здесь просто идет вышивка. Но также есть маркировка right и left. Я вот не знаю, почему они сделаны именно в таком стиле, да. Если есть вот эти, я думаю, в трекинге тоже удобно. Ну, наверное, я чего-то еще пока не знаю, но для трекинга они сделаны вот так. Следующая у нас комплектация. Вот такие вот сменные, я не знаю, части стержни, как они называются. Для чего они, также напишите. Они идут вот с такими вот наконечниками острыми. Я так думаю, это для снега, возможно, может быть, для каких-то жестких поверхностей, камней там или еще что-то. И еще здесь идет вот такая вот сменная головка вот сюда. Опять же, это я тоже не знаю, для чего это они, но, скорее всего, для снега там, когда глубоко, чтобы не сильно проваливались, а захватывали какую-то часть. Такие вот сменные набалдажники. Ну и, конечно, если вы занимаетесь скандинавской ходьбой, для них есть вот такие защитные чехлы, чтобы вы могли ходить по стадиону, по асфальту и не тупить вот эти вот наконечники, не избивать их на асфальте. Вот такая вот комплектация. Давайте перейдем к палочкам. Есть вот такой зажим тоже в комплекте, держит их вот, чтобы их там транспортировать аккуратно, друг от друга не терлись. Вот, давайте начнем с ручки. Ручка пластиковая, с элементами прорезиновой вот этой части под пробку. Но это не пробка, материал, который, из которого изготавливаются пробки для вина, это обычная резина. Здесь надпись Fizan, здесь надпись Fizan. Здесь идет кнопка для именно отстежки вот этой вот самой ручки, не знаю, как она, темников, да, вот.
нажимаешь, отстегиваешь. Она пластиковая, не знаю, сколько проходит, сколько прослужит, но фиксирует круто, держит вот круто. Палки не вылетят. Здесь у нас надпись Made in Italy, логотип их и флаг Италия. Здесь написано Revolution Pro, Fizan 58-130. То есть в сложном виде они идут 58 сантиметров, максимальная длина 130. То есть от какого-нибудь репликона 58 сантиметровый, который до 130 сантиметров, это высокий человек, то есть может с ними работать. Палки фиксируются в двух местах. Первая часть, она фиксируется вот таким вот отстегиванием вот этого вот, как на велосипеде, знаете, это такой чик, сидушки фиксируете, выдвинули на нужную вам высоту, длину я сниму, а то они задевают часы, постоянно пищат они. Здесь они промаркированы 105, 110, 115, 120, 125 и 130, то есть стоп, раз, сделали, зафиксировали, все, зажали, палки никуда не деваются. И в этой части они также выдвигаются на определенную, здесь написано стоп, все, раз, зафиксировали, палка готова для использования. На самом деле они очень легкие, по моему ощущению, я с ними пробежал, говорю, две гонки, и какого-то дискомфорта они мне не принесли. Сменные насадки меняются очень легко, вы откручиваете максимально, вытаскиваете. Допустим, вам нужно эту одеть. Открутили немного смазку, вставили, затянули. И все, готово. Вот теперь что такое у нас. Если вы знаете, кто бегает уже давно, может быть, так посмотрели, скажите, для чего вот такие вот именно острые, заостренные для лыжников, может быть, для какого-то хардкора бега, ну, не знаю, я бегаю с обычными, чтобы не пораниться, не дай бог кого-то не поранить, более-менее не такие острые они. Что рассказать еще про эти палки, что интересно. Состав полностью алюминий, здесь верхняя часть с такого приятного напыления, покраски. Вот эта часть уже более такая шершавая, идет необработанная. Ну, наверное, чтобы пожалели, чтобы сделать более дешевле, поэтому их сильно не обрабатывали. За две гонки, я скажу, они практически не потеряли вид, но вот в этом месте немного краска сошла, потому что я бежал, их друг об друга тер. Что еще интересного можно о палках сказать? Да, я больше, в принципе, ничего не могу сказать, потому что я только начинаю работу с палками, бег с палками, поэтому и сравнить с чем-то я не могу. Вот так вот они все помещаются, вся комплектация помещается в чехол. Вот так они упаковываются. Аккуратно, чтобы не замарать вас, не покалечить вас. Это я вот это все не ношу с собой, это я взял для обзора. Вот такой вот краткий обзор получился на мои палочки. Какие вещи вас интересуют, пишите, с удовольствием отвечу.